Восточный календарь, также известный как китайский или лунный календарь, основан на годовых циклах, связанных с 12 животными. Он прочно вошел в нашу жизнь с началом 1990-х. Каждый год соответствует определенному животному и одному из 5 элементов – дереву, огню, земле, металлу и воде. Годы между 2024 и 2025 как раз относятся к периоду, в котором преобладает дерево. Оно символизирует элемент роста, успеха и развития. А зеленый цвет в восточной культуре обозначает спокойствие, гибкость и умение подстраиваться под обстоятельства без ущерба для себя. Каждые 60 лет, собственно говоря, этот цикл повторяется от начала до конца. Но и внутри цикла есть свои подциклы. В частности, это 12-летний зодиакальный гороскоп, который повторяется 5 раз внутри одного цикла. Соответственно, внутри каждого гороскопа повторяются основные стихии, то есть вода, огонь, металл, земля, дерево и так далее. Внутри каждого пятилетнего цикла также изменяется половая принадлежность года, инь-янь, мужское или женское начало. Согласно китайской астрологии, дракон – один из самых могущественных и уважаемых знаков. Это символ силы, величия и удачи. Поэтому год дракона считается благоприятным временем для начала новых дел и достижения вершин. В Китае дракон, прежде всего, это хранитель воды. Дракон с крыльями – только один из 10 видов китайских драконов. Недаром, собственно, праздник, посвященный дракону в Китае, это праздник драконьих лодок. Собственно, дракон – это хранитель мудрости, дракон – хранитель земли, природы, погоды, который щедро делится с людьми как мудростью, так и ресурсами. Это очень благодатное существо. Особое значение имеют и элементы 2024 года. Зеленый цвет обычно связан с ростом, жизненной силой и возрождением, а дерево – символ природы, стабильности и роста, благодаря своей способности к регенерации. Сочетание этих двух элементов предполагает благоприятное время для осуществления амбиций, получения новых навыков и развития в разных сферах жизни. У нас сейчас в основном вот этот зодиакальный гороскоп, это восточный гороскоп, это элемент как раз вот этого многоэлементного календаря, которым пользовались в Китае. Астрологию, скажем так, изучали, в общем-то, по всему миру, как правило, основываясь на звездах, то есть зодиакальные созвездия, они существовали везде, 12 зодиакальных созвездий в той же самой Элладе Греции, в той же самой Финикии и так далее. Другой вопрос, что названия были другие. Год зеленого деревянного дракона также может служить напоминанием о важности сохранения нашей окружающей среды и бережного отношения к природе. Это лучшее время, чтобы начать или продолжить активно стремиться к экологической устойчивости, стоять на страже окружающей среды и бережно относиться к природным ресурсам. Кристина Отекина, Валерия Карташова, Николай Суховский, Универ Новости.